Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня будем готовить тортик простой и очень вкусный для всех любителей сгущенки. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Тесто у меня готовое из магазина, дрожжевое слоеное. Для торта нам хватит 1 кг. Нарезаю его на полосочки шириной 2-3 см. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 15. Как поджарится, значит готово. Пока тесто в духовке, приготовлю крем. В растопленное сливочное масло потихоньку добавляю сгущенку. А еще для вкуса и аромата добавлю ванильный сахар. И взбиваю все до однородной массы. Крем получается по консистенции похожий на сметану. Будем благодарны за ваши комментарии и лайки. Делитесь нашими видео со своими друзьями. Тесто готово, минут 5-10 надо ему дать остыть. Теперь соберу торт в виде полена. У меня фольга, можно использовать и пищевую пленку. Сначала делаю тонкий слой крема прямо на фольгу. 3-4 палочки оставлю для крошки, а остальные делю пополам и на крем выкладываю половину палочек. Пропитываю сверху тесто слоем крема и выкладываю второй слой палочек и все покрываю оставшимся кремом. Конечно, можно тесто просто разрезать на 4 части, запечь и не возиться с палочками, но так получается интересней. Теперь заворачиваю рулетиком тортик, уплотняю, закрываю фольгой и отправляю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше всего на ночь. Те палочки, которые оставляла для крошки, надо измельчить, можно в блендере. Но потом не хочется мыть посуду, поэтому сделаю это руками. У меня торт в холодильнике был 4 часа. Аккуратно открываю фольгу и посыпаю крошкой сверху и перекладываю торт в тарелку. Теперь весь тортик надо посыпать крошкой со всех сторон. Получается действительно похожим на полено. Если хотите, чтобы тортик был хрустящим, достаточно 4-6 часов для пропитки, а если оставить на ночь, будет более мягким. К тортику можно добавить ягоды при подаче или в крем. С орехами будет тоже очень вкусно. Сейчас хочу попробовать кусочек, скажу, как получилось. Но мне кажется, что очень вкусно. Конечно, крем, как у Наполеона, со сгущенкой. Это очень вкусно. Я съем еще кусочек. Не знаю, как вы, мне очень нравится. Бесподобно. Сладенький, хрустит, очень вкусно. Рекомендую вам всем приготовить такой торт. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал «Прошу к столу» и приятного вам аппетита!